Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вам всем тоже. Мы вас хорошо знаем, хотя по телеку смотрим всегда. Чем занимаетесь? Пожалуйста? Я вот пою на Арбате. Как на Арбате? Прямо на Арбате? Да. Там и зарабатывал 4 тысячи за 3 часа. Ну, вы богатый человек, я вам могу сказать. Стою, потом мимо проходит, потом пою, разворачиваюсь, смотрю 2 тысячи целиком. Давайте послушаем вашу песню. I lose control because of you, babe. I lose control when you look at me like this. Something in your eyes, maybe saying tonight. I'm not a child anymore. Life has opened a door to a new exciting life. Это все? Это у меня процентов 50-60, наверное, оставшиеся от 100. Понятно. А еще вот эту песню можно спеть? Последнюю. Ну, давай. Саған арайлап таңым асқақтап тауын. Ну, казахша у вас прям лучше получается, да. Вы знаете? А еще могу, шансон не могу. Подождите, это очень много, вы уже нам сольный концерт даете сейчас. Ты, в принципе, неплохой мальчишка такой, знаешь, веселый, хороший. Кто-то там волнуется, а ты, у тебя есть вот смелость такая. И ты молодец, что пришел. Ой, Багланчик, пока я скажу тебе нет. Баглан, я тоже скажу нет. Я вам тоже скажу нет. Всего вам хорошего, спасибо. Вам тоже до свидания. Счастливо. Я не прошел, но я буду готовиться и приеду в следующем году. До свидания, все. Что это было? Это был новоиспеченный артист. Да.